надуратный храм. Вся территория Лавры. Люди со всех сторон, со всех уголков земли приезжают к Сергию Радонежскому, заступнику рода человеческого. Не иссякает река людей к мощам отча Сергия. Преподобному Сергию не прекращается ручеёк человеческих. Видно соборную площадь в Троице Сергиевой Лавры. Мы празднуем здесь Сергиев день. Сергия Радонежского были у мощей вот, в храме Троицы, в самом древнем храме монастыря. Здесь под спудом в раке серебряные хранятся мощи Сергия, величайшей святыни. Это административное здание, лавры, музей, трапезные палаты, надкладезные часовни. Обелиск, Успенский собор, прекраснейший. А мы стоим на крыльце одной из самых высоких колоколен земли московской. Мы в трапезной при Сергиевой Лавре, которая размещена прямо в стене в Сергиевом посаде около Троицы Сергиевой Лавры в кафе «Кулебяка». Такое хорошее кафе с кофе, с булочками, с пирожками. Очень фольклорное такое, колоритное, атмосферное кафе. Мы здесь любим теперь останавливаться во время путешествий.